Всем-всем-всем привет, с вами Авиан, и я хочу рассказать подробнее об этом видео, не посчитать его зашкварным, так как оно сделано в целях юмористических. Ну что же, давайте я вам пожелаю приятного просмотра, не сойти с ума, просто наслаждайтесь. Если понравилось, то пишите комментарии, там, хэштег, то, что вам нравится эта рубрика, как раз-таки про этого бомжа. Ну, этого самого бомжа, конечно, я не сам захотел делать, так как мы с другом вместе обсудили эту тему около полчаса и решили все-таки записать. Вот что у нас получилось в конечном итоге. Приятного вам просмотра! Блин, да почему? Никто не помогает. Пойду зайду, что ли, в эту заправку. Спрошу что-нибудь. Здравствуйте. Добрый день. Можно вас попросить немножко денег? Мне не хватает там покушать, ну. Чего? Каких денег? Иди отсюда, бомж. У меня нет никаких денег. Ну, дяденька, пожалуйста, ну у меня... Да не дам я тебе денег, вали отсюда. Эх, обидно. Что бы вас там... Бомжи всякие тут лазят. Эх, не получилось. У нас элитная заправка. Не получилось попросить денег. Ну-ка, сейчас я попробую за ним проследить, что он там делает. Блин, у нас элитная заправка. Тут постоянно бомжи шляются и попрошают, не чают. У нас деньги. Задолбали уже. Так. Уйди отсюда. Пошел вот, блин. Вон. Почему так грубо? Что за несправедливость какая-то? Блин, достал меня этот уже кассир. Пошел отсюда. Да хорошо, я ухожу. А у вас тут работенка, может быть, найдется какая-нибудь, нет там? Нет у меня никакой работенки. Ты попрошайничаешь деньги, а тебе работенку. Ну мне же как-то жить надо. Мне надоело уже по мусорным бакам шляться, как бы. Ну не мои проблемы. Ну не мои тоже, я же не виноват. То, что вы это... Тут, короче, ладно, ладно, все, я ухожу. Все. Хотя стой. Чего? Чего тебе надо? Подожди, я хотел тебе кое-что предложить. В принципе, ну... Пойдем туда, короче. Да зачем? Ну помочь тебе хочу, типа, я не знаю. А, да? Все-таки мир не без добрых людей? Ну так подумал, типа, может помогу. Да я-то уже думал, все, пропало. Дай бог тебе здоровья. А где ты живешь там? А вон тот дом случаем не твой? Я видел то, что ты проходил мимо этого. Я всегда боялся спросить. Вот это вот, да, твой дом серый? Я тебя просто видел недавно там. Да, в мусорке это ковырялся, там увидел. Прикольный, кстати, у тебя домик. Это, а чё? Так чё, войти можно, да? Ну да, заходи, тут располагайся. Ну, я как бы пойду, мне там надо часы доработать свои. Хорошо, давайте. Деньги. Дай бог тебе здоровья и твоим детям. У тебя хотя бы дети есть, нет? Нет. Ах, ну, обзаведёшься ещё. Давай, удачи тебе там. Да, да. О, классный у него домик, офигеть какой. Ух ты, а там какой вид из окна прям. Офигеть, вот это дом у него. Ну-ка, у него тут телек работает. Он там ушел, нет? Блин, ушел все-таки. Хотел спросить, ну, о, уже свет загорелся. Хотел у него спросить, работает телек, нет? Сейчас я обустроюсь, посмотрю, что тут. О, у него даже порнуха в Full HD качестве. Охереть просто. Нох, блин. Так, сейчас что тут у него пожрать есть, что-нибудь? Блин, у него пожрать нет. Можешь приготовить что-нибудь там? Ладно, тогда сейчас пойду на улицу схожу, приготовлю себе что-нибудь. Уже там темнеет, я вижу. О, офигеть, осел! Привет! Ух ты! Ну-ка, можешь его на ужин зажрать? Так, 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 так. Нифига какой сильный. Блин, жрать... О, мясо. О, какой осел прикольный был. Пошел нафиг отсюда, чтобы я тебя здесь больше ё-моё. Не видел. Хорошо, хорошо, всё. Тут срать. Ё-моё, это кто такой буйный там? Так, 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 бассейн какой-то. А я покупаюсь, надеюсь, надо. О, офигеть, вот эта вода теплая. Так, ладно, все, не место мне. Я тут забор немножко попорчу. Ну, ничего страшного, там, может быть, заделаю даже. А бомжу быть не так... Как раз-таки не так уж плохо. Здесь написано, не знаю, я не умею читать, меня никто не научил. С института меня выбросили, а хотя как я туда поступил, если читать даже не умею. Ну, ё-моё, кем я был, я не помню, мозги отшибло мне. Так, сейчас, ладно, вернусь домой и посмотрю, чё да как там. Так, а чё это у него плита? Ой-ой-ой, чё я сделал? Ё-моё, я ему плиту сломал, походу. Блин, ничего не будет, я не хотел её ломать.
Телек, кстати, надо посмотреть, что по телеку там. Да ё-моё! Чё, блин? Я телек сломал, походу. Ё-моё, чё мне будет? Блин, а чё тут? А чё засрать? Хозяин, привет. Ты что тут устроил? Ну я телевизор посмотреть ты хотел, сделал? Как бы. Что сделал? Выметайся отсюда, я тебе доверил дом, а ты... Хорошо, уходи, ладно. Уходи отсюда. Всё, прости, пожалуйста. Уходи, вали. Валю, валю, всё. И не возвращайся больше, и не проси мне больше деньги. Я у тебя и не просил. Ладно, тогда пойду дальше стучаться. А, может быть, там кто-то откроет мне? Эй, вы откроете? Ясно. Придется опять по помойкам шариться. Эх, блин, я надеялся. Думал то, что... Получится подружиться. Нет, я сейчас подойду, постучу к нему в дверь и попрошу прощения. Так. Можно спросить? Я хотел извиниться. Ты там? Может, дашь последний шанс мне? Ладно, заходи. Я прощаю тебя. Спасибо большое, человек. Тебя, кстати, как зовут? Джохан. Джохан? Приятно познакомиться. А вот я своего имени не помню, понимаешь, до чего я дожил? Я тебе тут, правда, плиту сломал. Ничего страшного, не убьешь меня за это? Да, я починю, наверное, в конце. Хорошо, а спать-то где мне? На этой кровати или на диване? Или где? Да, на кровати можешь спать. Прям так? Да-да. Серьезно? Хорошо. Ну, так что? Ну, давай ты ложись спать, а на утро позавтракаем и пойдем, я тебе найду работу какую-нибудь. Вот спасибо тебе огромное. Ладно, тогда давай, спокойной ночи. Да. Ух, прикольно у тебя кровать. Доброе утро. На работу пора. Ах, доброе утро, да. Ержан, вставай, как говорится. Ага. Завтрак ты там обещал приготовить или что? Ой, прости меня, пожалуйста, я наглею. Да ничего. Это вот этого, да? Кофе? Да. Офигенный кофе, слушай, ты вот прям кофевар там, не знаю, какой-то профессиональный. Да, чего уж там. Ну, тогда ты хотел что-то меня куда-то позвать, да, сегодня или что? Пойдем. А куда пойдем? Пойдем. Ну, там... Где... Видишь все синее здание? Ну, вижу. Там можно пройти кое-какую проверку, и тебя могут устроить на работу. Ух ты, замечательно. Вот мне если работа, то тогда смогу как раз-таки. Слушай, а у кого здесь проверку проходить как бы? Здесь никого же нету. Алло? Здесь никого нету. Слышь, что, почему здесь... А, кажется, никого? Это заведение сегодня, ну, не работает. Я не понимаю, почему. Ну, никого нет. Ну, пойдем тогда на мою заправку, что ли. Ну, пойдем тогда. Там, может, что-нибудь, ну, попадет. Хорошо, давай посмотрим. Спасибо, ты меня приютил, накормил. Потом еще ты это... Ну, так, что ты там? Где ты? Да, я уже здесь. Ты говоришь клиентов обслуживать? Ну да. Ты ж можешь это делать? Ну, в принципе, не знаю. Попробую. Давай на тебе потренируюсь хотя бы. Ну, там хорошо. Талоны или что, на бензин. Ну, я не знаю, я никогда кассиром не работал, как бы что делать. Просто приходит человек, ты его обслуживаешь, считаешь, деньги в кассу, да, кладешь и все. Ну да, и в принципе все. Вот так а, так это несложно вообще. Ну хорошо, тогда давай я это, пока поработаю. Ты можешь домой пойти там... Не волнуйся, я все за тебя сделаю, пока можешь идти отдыхать там, короче. Хорошо, я на тебя надеюсь. Да, давай. Ох, прикольно. Рабочее место. Тут даже музычка еще играет. Так, ну что там, клиенты идут, как бы. Что там за бунт, блин? Что там происходит на улице? Так, сейчас. Это отсюда звуки или откуда? Нет, с мойки. Это же мойка, да, я так понял. Почему нет клиентов, ни машин, никого вообще нету? Вот... Так это вы? А что случилось? Ты чё, вообще охерел? На! На, на! А, чёрт, нифига ты! Нормально дерёшься. Вот чёрт. Походу менты. Я накосячил, прости меня, конечно же. А чё ты не так сделал? Ну, за мной менты как бы гонятся.